Всем привет. Я просто видео один за одним снимаю, поэтому забываю здороваться. Приехала в туалете. Чистить. Все, начинаем от вот этой больницы. Центральная районная клиническая. Едем на вокзал. Ну, 45-й не стал ждать, потому что, ну, блин, ничего уникального в нем нету. Можно и на других маршрутах проехать, поэтому... А интервал раз в 5 часов, ну, его надо. И мне этот более выгоден, зато еще на 33-м прокатимся, скорее всего. И уже в глобусе куплю эту хлебушку и уже поеду домой. Ну, в глобус за хлебушком, да. Талисман тоже смотрит в окошко. Со мной вместе катается. Ну, мне больше не с кем кататься, поэтому... На светофоре 99 моргало, блин, это долгий выезд. Заодно мы можем посмотреть, зато посмотрим остановку Березовая роща. Автовокзал, станция Редкина. Ну, это уже пригородно, наверное, считаю. С автовокзала. Ну, тоже, кстати, ничего, до Редкина доехать, а потом, например, на электричке. А, блин, ласточка там не останавливается. Тоже можно зависнуть на целый день, да. 41-я. Улица Артюхина. Не знаю где. Ну что, сейчас по старой схеме заедем на элеватор и до вокзала. Солнце, наверное, будет сейчас встречно. Пока до встречи. Химинститут. Следующая остановка.
Да вроде нормально, да, вам? Не сильно. То есть смотреть можно, ладно. Я просто не взял эти вам очечки. Себе взял, а вам забыл. Теперь на другую сторону смотрим. Не понимаю, что говорит, какие остановки. Камбанабай. То есть я название не знаю, и она как-то потом уже была. Менее эффективнее, чем в прошлый раз. Тепло. Хотя, может, это и к лучшему. Мне жарко, мне сейчас подомокло. Там бы продуло и заболело, а так нормально. Поселок Енота. Это вот мне так послышалось. То есть я вообще глухой.
яблок в этом году мало было. То есть в прошлом году их было куча, в этом году почти ни у кого нет. Ну, так как химинститут, только элеватор. Поменьше, чем хим. Хим, наверное, в два раза больше. Здесь вот по выходным, наверное, продают. Поселок или ватор? Рынок здесь. Для оплаты проезда приложите транспортную, банковскую или социальную карту к валидатору справа от входа. Сколько людей? Ладно, снимать их не буду. Правда, неверно, что это противно. Магазин продукты классные. Thank you.
следующее описание. Транзон разумеется. Автобус следует по маршруту 1 до конечной остановки железнодорожного вокзала. Типа в Твери. Ну, ты первый тут высокий дом такой. И шарит. Его и железная дорога видно тоже. Следующая. А там Афанасий был. И заправка. Заправка продается.
носильщики уже сюда дошли. Набережная реки Лазури. Местная скоростной называют. Скоростная. Не знаю почему. Налево вон туда, к Женикидзе, по ней ходили. Вакжанова, справа индустриально. ДК «Химволокно».
контролера там. Жители настолько суровы, что нарисовали вам часы. 15-12. Видимо, очень хотели. Там прям... Да. Часы напрашивались. Свободное место. Это не жители, наверное. Сами рисовали. Yeah.
Может, в Москву дернуть? Что-то я укатался на этих ваших автобусах. Пахнет розой чайной. Прям вообще.
вообще. Очень-очень. 33-й. Следующий. Ну, потренируюсь, как это вообще едут в Москву. Вот так вот вышли из первого. И вот касса. Я даже не знаю, сколько времени сейчас. А там какие-то тучки. То есть вот там на 227-м я приезжаю из своей резиденции. Там выхожу, а на первом. Короче, удобно. Пару шагов и вот вокзал. Тут уже мультипас мой работает. Просто можно так вот невзначай туда-сюда съездить. Типа с утра выехал, вечером назад. Цветочки. Ну и за хлебом. Мне нравятся, может, московские плюшки. Сквозняк-то такой. Четырнадцать двадцать шесть, вон, пожалуйста. А, ну это это не очень, кроме лазурной Радищева. 14:26 отправляется в 17:14 приходит. Это вообще. Три часа едет. На пригороде. Нет, спасибо. На станции Москва. Поезд отправится от третьего. Заканчивается посадка. На пригородный поезд на станции Москва. Поезд отправится от третьей платформы. Левая сторона. Счастливого пути. Вот, а потом 15:15, 16:14, 17:13, 18:08, 19:00. Короче, 260 Анапа, Санкт-Петербург. Отправляется от первого. Каждый час электрички. Сюда я на 20, за 27 приехал. Отправляется от первой платформы. Счастливого. Вот, ладушки. Всем спасибо. На первую отъехал туда-сюда. Сейчас чуть передохну и мне в магазин за хлебушком надо. Можно, наверное, сюда вон в перекресток сходить. На сегодня, наверное, поупарываюсь, поеду в глобус, а вам еще поездочку сниму, 33-ю. Блин, асфальт горячий, мягкий, то есть идешь и он нажимается. Вот это пожестче уже. Ну, в общем, пока, до скорого.